На першому поверсі приміщення зайнялася електропроводка. Частину відвідувачів центру надзвичайники вивели по сходах, інших через сильне задимлення евакуювали на дах. Після чого знімали людей звідти за допомогою спеціальної драбини. На щастя, усі відбулися лише переляком. Постраждалих та загиблих немає. Горіла електрощитова рядом з басейном, а на второму етажі в це час знаходилися діти. Когда мы прибыли на место, было большое задымление, поэтому мы приняли решение одно отделение на спасение детей пустить, а другим приступить к тушению. Поставили трехколенную лестницу вот здесь. Дети к этому времени вышли на второй этаж, и мы их спустили по лестнице. 17 человек всего, с них 5 детей. Тем временем первое отделение потушило пожар. Немножечко все испугались, конечно. Ну, в целом, слава богу, обошлось. Мы даже не успели испугаться, как вдруг вокруг оказалась помощь.